Именно в этом доме и произошла трагедия. В заброшенной постройке был обнаружен труп подростка. Местные утверждают, что здесь всегда тихо и спокойно. Большая часть жителей двора – пенсионеры. Тут приходили вот какие-то, проходили, говорят, милиция стояла с прокуратуры. А я говорю, а кто там что? Да, говорит, труп какой-то был от мальчика. Я говорю, так там же не жилой дом, это кто-нибудь из таких. На данный момент межрайонным следственным отделом проводится проверка. В ходе осмотра места происшествия возле трупа был обнаружен газовый баллон. По результатам судмедэкспертизы будет точно определена причина смерти подростка. В настоящее время опрашиваются очевидцы произошедшего, родственники несовершеннолетнего. Назначена судебно-медицинская экспертиза по трупу несовершеннолетнего, по результатам которой можно будет точно сказать о причинах смерти ребенка. По результатам проведения процессуальной проверки будет дано законное и обоснованное решение. Известно, что в ходе осмотра тела видимых следов насильственной смерти не обнаружено.